Это видео в нештатной ситуации во время выхода в открытый космос, напоминающий фильм «Гравитация», на самом деле эксперимент под названием «Сьют-САТ». В феврале 2006-го космонавты МКС вручную запустили спутник-передатчик в оболочке отработавшего свой срок скафандра «Орлан». Радиосигнал с человекоподобного спутника «Сьют-САТ» с приветствием землянам на пяти языках могли услышать все радиолюбители планеты.